Программа рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН завершилась переговорами с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. В ходе встречи, прошедшей в конструктивной и дружественной атмосфере, стороны обсудили состояние и перспективы укрепления многостороннего сотрудничества между Казахстаном и ООН. Особое внимание было уделено усилиям, направленным на выработку коллективных подходов к решению насущных вызовов современности. Президент высоко оценил лидерство Антонио Гутерриша на посту генерального секретаря ООН и заявил о полной поддержке его инициативы по созыву саммита будущего в 2024 году. Касым-Жомарт Токаев высказал надежду, что итоги этого важного мероприятия будут способствовать осуществлению целей устойчивого развития. Стороны также рассмотрели ход реализации инициативы главы нашего государства по созданию в городе Алматы хаба ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Генеральный секретарь ООН заявил о поддержке этой важной инициативы. Он также высоко оценил реализуемые под руководством президента Казахстана масштабные реформы в стране. В завершении глава государства пригласил Антонио Гутерриша совершить визит в Казахстан.